Всем привет, с вами Андрей Чент, и это Spider-Man, продолжение DLC-шки про женщину-кошку. Короче, нет никакого у меня сына, судя по всему, меня обманули. И... Тут только что кто-то разговаривал, или мне показалось? Ладно. Вот. Нужно ей позвонить. Но нашу мадам как бы должны преследовать. А ближняя точка, а мы не можем перемещаться, правильно? Быстрый переход недоступен. Соскучился? Кувалда знает, где ты, и собирается тебя убить. На твоей флешке есть жучок. Не понимаю я тебя. Я обвела тебя вокруг пальца, как сопляка, а ты пытаешься меня спасти. Как у тебя выходит всегда быть таким добрым? Дело не в доброте. Я просто пытаюсь сделать то, что правильно. Ты такая способная. Попробуй помочь кому-то, кроме самой себя. Ну да. Ты уже должен бы знать, что это не мой стиль. Люди меняются, Фелиция. Целую, паучок. Я буду скучать. Стой, твой пентхаус, они его заминировали. Не все? Не волнуйся. У меня все 9 жизней в запасе. Черт! Типа не верит, думает. Я скоро. Поднажмем. Давай! То я и так даю. Держись, Фелиция! Так, мы практически на месте. Это был конец. Ну вот как-то так. Вот и конец. Аж как-то. Ну, первую DLC-шку мы прошли. Получается. Хрена себе начало следующего выпуска. Ну там еще есть 2 DLC-шки. Сейчас продолжим тогда, да? Ого. А тело так и не нашли. Может, она все-таки. А, нет. Может быть, она все-таки не умерла, она знала. Типа. Думаешь, с. Она жива? Я думаю, да. Не знаю, ну. Все возможно. Хотя, как бы нам показали, как будто взорвалась. Но тело не нашли. Да, ну, не, думаю, жива. И каково тебе не быть папой? А. Нормально. Нет. Нет, серьезно. Честно, это... Это облегчение. Но я так понимаю, она специально это было. Да, да уж. Финальная битва очень сложная. Но... Всякими толстяками с пулеметами. Отец из тебя выйдет отличный, по-моему. Спасибо. Когда-нибудь. Думаю, да. Вы завершили кампанию ограбления. Поздравляем. Спасибо. Костюм УК-паук. А что это за костюм? Это какой? Ага, вот такие вот. О-о-о-о. Ну, с такой серьезной прям. А это что? Ага. Ну, давай такой пусть будет. Есть прям черный такой, да, прям. Вообще какие-то такие костюмы некоторые. Окей,
давайте новую DLC-шку. По навыкам у нас то окей, все. Список приемов окей, DLC. Все, это мы прошли. Давай, войны банд. Это продолжение, я так понимаю, к нашей мадам. Вы не можете мне прямо сейчас сначала зажить активное задание? А какие мне активное задание? В смысле? Ну все. Все? Теперь можно? А, да, то есть просто надо было дождаться, когда выдадут нам все эти призы. Капитан Юрий Ватанабе, доклад о ситуации. Фелиция Харди, она же Черная Кошка, пропала без вести. Или мертва. Она объединила усилия с Доном Маджи и Кувалдой для шантажа главарей других семейств. А потом предала его. Он отомстил, используя украденное у Соболя оружие. Очень жестко. В результате пропали как сама Харди, так и компромат. Теперь Кувалда жаждет крови. Попытка шантажа провалилась, и он решил пойти в открытую, надеясь устранить остальных Донов силой. Короче, сейчас сюжет нас про этого бандюгана, да? Он продолжает прибирать к рукам оружие, оставшееся после ухода Соболя. Мы конфисковали столько их вооружения, сколько смогли, но этого может не хватить. Банды настроены серьезно, и Нью-Йорк для них – поле боя. Но, возможно, нам все же повезло. Маджия прижали Кувалду старой гарлемской лечебнице. Если удастся отвлечь его людей, мы сможем запустить внутрь небольшую группу и взять его живьем. У нас только один шанс, и его нужно использовать. О, у вас тут нормальный махач. Дело тут все хуже. По твоей команде. Хорошо. О, Юрий. Я постараюсь их отвлечь. Готовы, господа? Паук, зацени. Мило. Не по уставу, лейтенант. Прошу прощения. Подарок от моего костюм, мелкого. У него же такой теперь. Не каждый день работаешь с легендой. Более на этот раз мажорный, прощай, что ли? На понтах. А теперь приготовься. Да, мэм. Мы сможем. Что, сразу начинаем с махача? Чёртов паук! Никто не читал в искусстве войны про отвлекающие маневры. Нет? Хорошо. Гангстерская война. Люди Кувалды против остальных семей. И я, конечно же, в этом по самые уши. Поверить не могу, что Кувалда выбрал своим штабом заброшенную психушку. Хотя нет, ему подходит. Нужно отвлекать внимание на себя, пока Юрий с отрядом пытается... Так я что-то отвлекаю. Он всех положил! Нас осталось мало! Так, ваша тут будет дофина, вам не кажется? Как он это делает? У каждого зона должно быть дурацкое прозвище. Дай подумать. Как насчет лося? Величественное животное. Может быть, тюлень? Что-то морское же подойдет. Нам нужно больше идей. Ай. О, добрый вечер-то называется, да? А! Тихо! Тихо. Спокойно. Опять начинается веселье. Где они, эти ракетчики? Ага, вижу. Поехали. Это от имени Донов! Ты посмотри, ну... Это... Я ж бросаю! Правильно! Бля... Оглушили! Кто-нибудь, вытащите меня! Не стой у нас на пути! Ай, блин, хотел швырнуть, не получилось. Ладно, выходите сами сюда. Тебе конец. А чё они не выходят? Ложись! Мужчина, вы собираетесь ко мне подойти? Да что это за хрень? Ладно. У нас нет преимущества! Сюрприз!
О, спасибо. Нас осталось мало! Так, а вас мало это сколько? Отдай. Блин. Он сейчас сам придет сюда. Берегись! Оп. Ладно, что, поехали. Да ёперный театр. Надо идти к там, короче, этому. Блин, ты застрял! Уходи! Нать! Есть контакт. Оп, ушел. 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 Есть. Отдать. Ай, бля, ух! Я ж не заметил, как жизни сели у меня. Ядрыть. Ни другие не собираются заканчиваться. Да, шо? Блин, с этими ракетчиками надо разбираться, конечно. Юрий, в первую очередь. Подтверди ликвидацию цели. Подтверждаю, движемся. Вперед. Они, конечно, проблем создают. И не убили его, да? А теперь убили. Ракетчика в первую очередь надо валить. Где? Не вижу. Ага, вижу. Вижу, 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 вижу. Разукрасишь, разукрасишь. Вот. 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 Сейчас будет больно. Где он? Вы давайте там, мутузьте друг друга, а я со стороны понаблюдаю. Ага, вот, можем сейчас в нижнюю пойти. Так, слушайте. Парни, там робот! Лучок! Получай подарок! Осторожно! Еще больше громил Маджи, больше громил Кувалды, больше бардака. Ой. И беспорядка. Это что, робот? Эй! Да я так хоть весь день могу! Но вообще не хотелось бы! Сейчас будет больно! Еще и пулеметчик вышел. Да вы издеваетесь. Тебе конец. Так, секунду. Теперь давай посмотрим, что у нас тут есть. Давай жуков выпускать. Я тебе хребет сломаю. Так, поехали. Готов. Ушел. Я тебя раздавлю. Есть. Ай, бля, не вовремя. Ай. Ай. Ай, 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 ай. Ой, блин. Так. Там у нас пулеметчик. А по факту все у нас там, да, остались? Опа. Красиво. Ага, вижу еще одного. На, обратно. Красиво. Подбейте его! Так, ракетчика сняли. Щит отдай. Так. Вы там что, косите? Пацаны. Ай. Есть. Снял. Ну давай, 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 давай. Оп, бля.
есть. Размажу тебя, как муху об стекло! Да хватит уже про насекомых! О! Для уклонения... Что вы ее щиты потайнировали? Он готов! Так, дай разберу, что вообще с ним делать, как его убивать. Там у нас вышла какая-то куча людей. Раз, два, три, четыре, ну человек семь так точно там. Надо сначала, наверное, с ними разобраться. Обратно лови. Ой, это было больно. Еще раз, он готов! А, ну все, вот я его тут раскидать могу. Давай в него же шаранем. Можем? Не можем. А чё я все креплю сюда? Я знаю одного парня, у которого щит покруче. Это что-то дрянь! Все, прилепил. А, он еще тут с щитами. А, так у вас не один такой. Ага. О, хорошо влепило, хорошо. Так. Ой, я этого не заметил. Ну все. Не все? А, вижу. Вроде последний. Примерно да. На такое я и рассчитывал. Войдите в лечебницу. Нужно догнать Юри. О, можно как раз качнуть. У нас по факту практически все проканчено. Давай. Так, а теперь что? А? Юрий, снаружи порядок. Как твои дела? А, связь плохая. Она, наверное, сейчас в подвале. Надо бы ее догнать. Либо дела не очень. О, красота-то какая. Догнать Юрия. Тут поди призраки везде. Юрий, конечно, может о себе позаботиться. Но мне все это не нравится. Я должен ее разыскать. Надеюсь, тут нет туалетных привидений. Это было бы уже слишком. Наверное, не во всех старых психушках обитают духи людей, которых там замучили, но... В этой они совершенно точно есть. Эй, Юрий, ты слышишь? Ну, попробовать стоило. Чёртова легава. Просто так пробиться на территорию Маджи, и им ничего не будет. А вот хрен. Наш кот. Во время спектакля не шуметь. Похоже, что это штаб Кувалды. Но самого Кувалды что-то не видно. И Юрий тоже. А тут только один человек был, и все? Они делали ставки на районы. На то, кто будет их контролировать, когда они покончат с Маджей. Что ж, удачи им. В Нью-Йорке любят, когда им указывают. Другие доны Маджи. Очаровательно. Ага. Юрий! Не нравится мне это. Это где было? Нужно ей позвонить. Так, а куда мне нужно идти? Как бы срезать. А, вижу. Откуда они взялись? Они пофиг! Копы повсюду, и паук тоже тут с ними. Мы их прикончим, всех до единого. Знаешь, что там? Думаешь, парню давно пора передохнуть. Мы охраняем комнату. Шансами в нее нельзя.
Устраивайся поудобней. Кувалда практически сорвал ему со всем, к чему она крепится. О! Да, так что хватит лишних вопросов. Да понял, я понял. Ой. Ага. А мог бы сейчас на игре. Ну, можно навалять тут, на самом деле их немного. Эй, кто там? Но он не шут, не шутит! Хочу по-красивому. Хочу вот так вот. Вот нравится мне, когда тут у нас... Пацаны, давайте так. Смотрите. Это последний. А теперь узнаем, зачем Кувалда поставил тут такую толпу громил. Сейчас посмотрим. Ой, простите. Случайно. Техника Соболя. И... А что еще непонятно? Как Кувалда умудрился раздобыть это все? Тут много видеоснаряжения. Интересно. А это что? Выглядит слишком искусно для барахла Кувалды. Какая-то капсула. Мониторы. На одном из них может быть Юрий. Нужно посмотреть. Как посмотреть? А как я тебе то зайду? А. Они используют старую охранную систему. Ну же, Юрий. Видишь ли, я джентльмен. Постучи. А, взяли в заложники. Я бы вас впустил. Нет. Ну вот надо ж было прокрадываться. Это тот, который взорвал женщину-кошку. Вот что мне не нравится, молодежь. Правил нет. Трус! Раньше, конечно, все играли по правилам. Вы бьете нас, мы вас. И вы знали ваше место. Вы нас боялись. Сейчас. Вы что думаете, нас можно просто... Пора снова познать страх. Понеслась. Руки за голову. А если нет? Капитан, мне жаль. Ну, живо! А вот и он. Вот он, страх. Давай же, Юрий! Юрий, где ты?
Жалко парня. Ты точно в порядке? Да, мне просто нужно перевести дыхание. Давай сделаем так. Я выслежу Кувалду и попробую выяснить его планы. А ты приходи в себя. Это может, хорошая мысль. Я должна позвонить семьям моих людей, рассказать им обо всем. Не оставляй меня в неведении. Сразу сообщай обо всем, что узнал. Обещаю. Мы остановим его, Юрий. Нет, не остановим. Мы его на части разорвем. Теперь это вопрос личных счетов. Нельзя дать Кувалде гулять на воле. Я слышал, его люди частенько собираются в безымянном баре. Будет правильно начать охоту оттуда. Ну, это такой стандартный костюм, наверное. Какой-то черно-белый. Господи. А это что такое? А-ля Железный Человек. А что еще у него есть? Бог ты мой. И это в черном цвете такой, да? Давайте что-то поставим такое, не знаю. Может, конечно, в чем-то быть необычным в теории. Ну, на этого нам, конечно, не хватает. Давай Железного Человека. Что думаете? Что-то прям такое необычное. Давай, окей. Давай тату. А, у него другие все эти штуки. Ёперный театр. Подожди, а что у нас было до этого? Стоп. Это модификации. Все, я въехал. Окей. Так, где наш хлопец? Вот он. Так, что мы можем давать? Прыжок в воздухе, призыв союзника, сражающего на вашей стороне. Нет, нам вот это нужно. Все. Вот что мы делали. Жизни. О, вот это было бы, бля, вот это было хорошо было бы взять. Ладно. О, вообще прям. Какой-то железный человек теперь у нас. Ну окей. Как говорится, можешь что-то и новенькое, правильно? Пусти меня, баран! Ха, неплохо. Я практиковался. Безымянный бар. Любимая рюмочная самых гнусных бандитов Нью-Йорка. Когда я был тут в последний раз, драка чуть ли не все выходные заняла. Ну а теперь у меня есть ты, мой милый дружочек. Блин, он мне, конечно, по стандартному Спайдермена не похож. Я привык, знаете, такому прям классическому, что ли, костюму. Вот кто-то прям здесь классика. Знает, что Алда, нужно подслушать пару разговоров. Посмотрим, что выясню. Не сталкивайтесь с врагами, иначе вас заметят. А как вы хотите, чтобы я... А, безопасно здесь. Все, я понял. Оружие, драки и суперсилы запрещены? Не думаю, что местные посетители следуют этим правилам. Да, но я не хочу отдавать свое оружие. Слушайте, у нас не будет. Ваше оружие будет. Ладно, паукобот. Сочувствую парню Маджи, который будет это чинить. Ясно. Я не хочу. Много постороннего шума. Нужно включить фильтр по упоминаниям Маджи и Кувалды. Как бы выделить их разговор?
Чудно. Теперь послушаем, что скажут эти превосходные джентльмены. Я рад, что мы порвали с Маджей. Кувалда – будущее города. А ты не думаешь, что это немного дико? Что? Ну это, что он делает с собой? Проект Олимп. Ненормально это. Кто бы говорил, татухи свои видел? Это другое. Ладно. Не хотелось бы делать поспешных выводов, но кажется, что отличники среди этой публики в меньшинстве. Больше ничего, да? Так. Проникнуть в бар. Так мы проникли. Не хочешь остаться на пиво? Не, у меня бейсбол. В смысле, игру пойдешь смотреть? Не, я буду в нее играть. Городской турнир. Быть-быть-быть. Да, ну. Мама, клянусь, всегда побеждаем. Тем более, что у нас тут пиво вообще никуда не годится. А нахрена я сюда зашел? Готова кровавая культя. Забирайте все ее заказ. То есть мне только прямо выйти. Проникнуть в бар. Пора подслушивать. Один из этих ребят обязан знать, что планирует Кувалда. Какая группа выглядит подозрительнее других? Ну давай, вот. Нужно выделить их голосовые частоты. Дичь какая-то. Все Доны Маджи в одном и том же месте? Идиоты думают, что так безопаснее. Босс их удивит. Раздавит одним махом. Захватит контроль и выиграет войну. Ха-ха, вот тупицы. Если Кувалда покончит с Донами, то возьмет Маджию под контроль. Я должен найти их первым. Кто-то должен знать, где они. Угу. Как бы выделить их разговоры? Эй, мы ведь нападаем на Донов, так? А где они вообще? Ты знаешь? Не, новичок сказал, что знает. Говорит, Кувалда ему лично рассказал. Почему эта молодежь узнает все раньше нас? Пойдем-ка потрещим с ним. Надеюсь, новичок знает, где остальные Доны. Давай же, парень, выкладывай. Надо было взять перекус. Нужно выделить их голосовые частоты. Эй, говорят, ты знаешь, где сейчас Доны? Да тише ты! На самом деле, я не знаю. Ну уже колись! Еще бы! Откуда тебе знать? Но я могу сказать, кто в курсе. Винни и Джина. Они сидят где-то там, ничего не рассказывают. Тоже мне новости. Винни и Джина все знают. Так что закрой-ка рот, новичок. Винни и Джина, да? Надо найти их, выяснить, что они знают. Дверь возле пинбол-машин должна вести в задние комнаты. Главное — открыть. Ага. Джина! Джина? Нет, Джина! Ладно, иду я. Это что, пропустите, я спешу. Я тебя вижу. Блин, согласен, сам спалился, надо было подождать. Я думал, что дверь, я открыл. Опять щиток. Что это там такое, а? Винни и Джина. Какие-то... Это карта активов Кувалды. Надо к ней приглядеться.
вискарня и мастерская дадут Кувалде денег на годы вперед. Точняк. Есть. Как закончу, позвоню МДЖ. Ей наверняка захочется узнать обо всем этом для репортажа о гангстерах. Дополнительное задание. Так, дальше. Надо найти Винни и Джино и выяснить, где находятся Дон и Маджи. Слышал про этот проект, Олимп? Слышал. Темное дело. Ну, интересно. Или оказаться самоубийцей. Проект Олимп? Почему его так часто упоминают? Видимо, это Винни и Джино. Они знают о следующем шаге Кувалды. Там на столе, кажется, записи. Похоже, место хорошо защищено. Ну да, от внешней атаки. Эти кретины понятия не имеют, что у Кувалды припасено. О, да, от этих записей. Твою мать! От одного избавился, теперь второй. Это как день рождения, только не веселый. Значит, как 1 сентября. Да, примерно. То есть Маджи. Нужно отвлечь их, побаловаться со светом. Да какого хрена? Это мой шанс. Тут что, есть эклектокоробка? Электрокоробка. Я так и сказал. Ты сказал эклектор. Доны спрятались в театре Ауэрбах. Нужно добраться туда раньше Кувалды. Молодец, паукобот. Все, да. Теперь прячься, я вернусь за тобой позже. С хорошей порцией хлорки. МДЖ, это Питер. Да, ты записан в моих контактах, Питер. Не нужно говорить, что это ты. Да, логично. Слушай, я знаю, что ты работаешь над статьей о бизнесе Кувалды, и у меня для тебя кое-что есть. Да? Я смог выяснить адреса 4 предприятий Кувалды и держу пари, что они чисты, как канализация. У тебя нет денег на пари, но все равно спасибо тебе. Я сейчас займусь. Давай-ка ими лучше займусь я и передам тебе все, что найду. Это бы очень помогло, у меня сжатые сроки. Поговорим потом. Так, точка есть. Кому-то хватило смелости выступить против Кувалды? Мне лучше проследить за ним. О, пошел. Что за вторая точка? А, это я понял. Нам не надо пока. Не нужно было просить помощь. Еще как нужно. Думаешь, мы не проедем пару кварталов? Блин, я не могу. Я так на него смотрю, если честно, по виду. Как-то, ну, прям не мое. По костюмам. Блин, где костюмы? Я уже забыл, где костюмы смотреть. Так, стоп, костюмы. Не понял. Ты а видел, может, сейчас что нельзя тут менять? Вообще творится? Я никому не верю. Ладно. Вот, наверное, сейчас можно, да? Да. Давайте все-таки какую-то классику, что ли. Ну, более классическую. Я, наверное, все же... О! Не выезжают. Вот. Буду у всё, них на хвосте на случай, если кто-то объявится. Ты нас сгладить пытаешься? Брось! Зачем рисковать? Потому что предрассудки — чушь. Посмотрим. Ну, сейчас кто-то будет эту машину, наверное, спасать. Пока все тихо. Даже пока. Слишком тихо. А был бы сейчас кто-нибудь рядом, чтобы это услышать.
бандиты Кувалды. О. Вечно не в то время и не в том месте. Мне нужно защитить свидетеля. Я знаю, вам очень хочется отвести свидетеля назад к Кувалде, но, боюсь, не получится. Свидетель нужен хвосту живым, а паук мертвый. Ух ты, бля! Так, подождите секундочку. Дайте я соображу. Поехали. Ну да, и не забрать же ж. Так, тот на пулемете. Убейте его! Готов. Все. Могло кончиться куда хуже. А вдруг где-то в городе шастают другие громилы Кувалды? Дальше что? Паук, как идет охота? Хорошо. Паук, как идет охота? Хорошо. Я выяснил, где Доны. А ты как? Устала. Только что закончила звонки семьям. Было... Доны должны быть внутри. Похоже, все в порядке. Было в порядке. Супер. Простите, парни, все билеты проданы. Приходите как-нибудь в другой раз. Так или иначе, мы заберем Донов с собой. Главное, чтобы не было всяких ракетчиков и тому подобной хрени. Копалки! А мне надо придумать название получше. Ой. Ой. Начинается. Так, ладно. Что у нас есть? Эй, берись тесно! Да не в того, бляха-муха. Да вот этого давай. О, отлично. Так, что у нас там остались? Раз, два. Угу. Готов. Иди сюда, дорогой. Не успел. Знаете, если будете смотреть это дома, сэкономите кучу денег на попкорне. Я тебя прекращал. Ну, не шутки, шутки! Есть. Есть контакт. Я тебя порву! Парни, серьезно!
Оно того не стоит. Купите лучше потом онлайн. Ой. Ой. Ой, бля. Ай! Синяк останется! Спрячься! На, пакуй! Вот, отлично, в сраку зашел. Так. Я попал! Есть. Готов. Иди сюда, дорогой. Еще приехали? Я тебя, ну да, закопаю. Закопаешь, закопаешь. Лучше убегай. Зашел. Так. Где еще? Кто? Ага, вижу. Все? Еще кто-то? На крыше целый отряд. Не заметил. Откуда? О-о-о-о! Начинается. Они заложили здание кучу взрывчатки. Не слишком ли, ребята? Нужно расправиться с громилами и обезвредить бомбы. Есть одна осталась. Убьем его! А-а-а! Эй, бери честно! Ты спокойник! Достало мало! Теперь они уже на другой крыше. А как же? И там тоже бомба? Или что? Не, вроде не. На другой крыше-то какой? А, вижу. У нас там пулемет. А, вот там. Опять взрывчатка. Да, я понял. Надо шевелиться. Одна есть? Вторая есть. Зрители замерли. Оп. Да, друзья, да, теперь да, можно расслабиться. Трехочковый! Толпа ревет! Как минимум мне на время. Посмотрим, что с тобой сделает босс. Морты! Какого хрена? Красиво. Я разберусь с этим клоуном. Разберёшься. О, красиво. Все? Теперь донам ничего не угрожает. Но все равно надо бы зайти внутрь и проверить. А, заходь не сюда. Надеюсь, доны живы и уже ищут себе новое убежище. Парни, вам бы поработать над своей охранной системой. А-а-а.
Да. Ой. Из-за вот этих типа танков. Очевидно. Черт, похоже, все плохо. Юрий, он ушел и забрал донов. Что? Ты серьезно? Техника Соболя, которую он воровал. Оказывается, мы не все их игрушки видели. Ты обещал, что не подведешь меня. Сказал не волноваться. Сказал, и да, я облажался. Так получилось. Прости. Все, хватит, мне это надоело. Теперь я этим займусь. Позвоню тебе, как составлю план. Черт. Отличная работа, паук. Просто супер. Приветик, это я, конечно. Пройдите к ретранслятору Чудила. Мне сегодня не до этого, Чудила. Всегда есть время для движухи. Особенно с участием замаскированного любимца всего Нью-Йорка в серии смертельно опасных испытаний. Ну же, я знаю, что ты хочешь повеселиться. Не испытывай их терпения. Ладно. Вот на этом месте мы с вами и закончим. И уже в следующем выпуске пойдем проходить нашу сюжетку дальше. Я так понимаю, что нужно встретиться с Чудилой. Даст какие-то дополнительные задания. Но мы все равно, что правильно, будем идти по сюжету. А с вами был Андрей Чент. До скорой встречи.